Всем привет! Сегодня первый день Нового года! Мы только проснулись, и мы сейчас пойдем смотреть под елку. Ведь да. Мы писали Деду Морозу письмо, да, чтобы он нам подарил подарки. Да. Сейчас мы пойдем посмотрим под елку, да, принес ли нам Дедушка Мороз ночью подарки или нет. Да. Вы готовы? Да. Аминка, что ты ждешь? Какой подарок? Носки. Носки? Да. А ты что ждешь, Камильчик? Я жду меч Star Wars. Меч Star Wars от джедая? А мне снег. Снег. Ну что? Конфетка. Конфетка? Да. Конфетка. Ух ты, сколько много подарков. Это огроменная конфета. Интересно, что там внутри? Там что-то, что-то сладкое, наверное, да? Да. Так, сколько коробок. О, что это? Сейчас будем все открывать. Давай. Сколько здесь коробок. Аминка, Камиль, смотрите. Огромное количество коробочек, да? Постой, и мы. Вы столько подарков заказывали Деду Морозу? Ага. Так много? Ага. Ну что, мы будем открывать? Чего мы, танцевать будешь? Так, что же за конфетка? Что же там внутри? Там, наверное, что-то сладкое, нет? Игрушки. Там игрушки? Да. Давай, Камильчик, открывай ее скорее. Аминка, помогай. Помогай братику. Так. А ну, покажи, покажи, покажи. Ух ты! То, что ты заказывал Дед Морозу. Да? Покажи, покажи меч, покажи. Меч Star Wars. Это новый меч из последней серии, да? С боковыми лучами. Это вот это ты просил? Да. Класс. Покажи. Открой так. Ух ты, какой классный меч у Камиля. Они должны как-то выскакивать, наверное, да? Папа, открывай. Так. Открываем. Держи. Камильчик, помогай. Откладывай меч в сторону. Давай, давай, давай. Опа. Получилось? Аминка, что там? Смотри. Ух ты. Что это? Что за коробка? Туртлес? Да. Это что, какой-то летающий объект? А ну, покажи, покажи. Какой-то вертолет. Туртлес для черепашки-ниндзя. Камиль. Дай. Что это, Аминка? Так, давайте следующую коробочку. Следующую коробочку открываем. Открывай. Что это? Так интересно. Аминка, садись. Давай. Это мой. Это твое? Только... Давай, я тебе помогу. Только я не могу. Вот, ух ты. Опа, что это? Открыть. Принцесса какая-то? Ну-ка. Да. Давай посмотрим. Это брелки. Магнитики из гипса. Аминка, это для тебя. Открой. Девчачьи магнитики. А, их надо изготавливать. Аминка, их надо готовить. Мы потом их приготовим, хорошо? А ты сейчас не сможешь их сделать. Это надо готовить их, магнитики делать. Так. Вот. Кладем его туда. Давай, неси следующую коробочку. Так. Что тут у нас? Легкая коробочка? Посмотри, Камиль. Ну-ка, проверь. Тяжелая или легенькая? Тяжелая. Давай, немножко приоткрой. Дай Аминке тоже попробовать открыть. Получается? Давай. Что там? Какие-то зверюшки? Хрюшки, да. Хрюшки? Да. Что за хрюшки? Ну-ка. Опа. Хрюшки. Что за хрюшки? Беги, поросенок, беги. Это игра. Это игра? Да, игра. Ага. Давай посмотрим, что там.
Да, вот девочка и мальчик нарисован. Смотрите, будем в нее играть. Веселая семейная игра. Беги, поросенок, беги. Так. Кладем ее туда, под елку. Вот. Что там у нас? Самая маленькая. Маленькая. Так, что там? О, еще черепашка-ниндзя. Камильчик у нас обожает черепашек-ниндзя. Что там? Покажи. Ого, водный мотоцикл. Камильчик, смотри, мы можем его запускать на воде. Вот. Что, ты принесла еще одну коробочку? Я сейчас буду открывать вот эту вот непонятную какую-то штучку. Открываем. Сейчас Каменчик будет открывать водный мотоцикл черепашки-ниндзя. Да. Я уже вижу что-то. Давай, иди. Опа. Оп. Так, значит, что это у нас? Инструкция? Ой, порвался, да. Ничего страшного. Инструкция, как его надо собирать. О, покажи, покажи. Покажи, что. Запиши, да? Да. Ты сможешь его сам собрать? Да, наверное. Давай. Мы посмотрим. Вот такой вот байк получился у нас, да? Гидробайк для погони в канализацию. Наши черепашки живут в канализации, чтобы они быстро перемещались. У них теперь есть еще один транспорт. Угу. Гидробайк. Давай, раскладывай. Ого, ну ты прям настоящий джедай. Так, у Каминчика есть меч джедая. И у меня есть меч джедая. Сейчас мы будем устраивать звездные войны. Ты будешь Дарт Вейдером, а я буду Хан Соло. Поехали! Умри! Каменчик меня убил. Поздравляем всех с Новым годом! Поздравляем всех с годом! Желаем счастья, удачи и много-много у вас игрушек. Всем пока!